Всем здорово. Прошлая серия у нас была про Ниту. В этой серии мы поиграем за Мегусту. Как его зовут реально? Эль Примо. Эль Примо. По-моему, сигареты были Примо. Курить вредно. Не курю, сам не советую. Так, ваши... Плюс 20 жетонов через 360М. 360, где я взял это? Ладно, за Мегусту Эльпачо поиграем. Сегодня будет про него серия. В следующей серии я, наверное, пойду занимать топ-1. Не знаю, на ком, правда. Вот что она делает. Так, немножко раз... Nice. Так, у них там свой Эль Примо. Ну, достать. Алло. Лол. Милиписечку не хватило, чтобы достать. О, у них дед, пердед. Энкальбрёл. Ой, надо забрать. Ой, вот это он меня в лужу взял, конечно. Не туда! Не туда! Ладно. Я немножко отвык от игры просто. Когда подряд играешь проще. Так. Окей. Эль Примо. Окей, вернул. Пока что 6 только. 7. Ладно, мы можем просто дефать место. Попробую обойти. Не того. Сюда. Найс, все, я отхожу. Моя стратегия проста. Панчу-панч. Так как я поставил все-таки этого персонажа на второе место в моем топе. Ну, мне нравится, что у него много хп и вроде тычки сильные. По-моему, 3 раза бьет по 360. Или по... Ну, сейчас еще раз проверим. Ну, короче, много бьет. Конечно, ближняя дистанция, да, у него, но это... Его хп все как бы это... Уравновешивает. Шелли. Барли. Ну, в принципе, если вот ее попрокачивать, тоже норм тема будет. Ту-ру-ру-ру. Так, у меня 2 хилера. О, 5000 хп, нифига себе. Не знаю, как мы с ними двумя будем. Ой-ой-ой, очень сильные челебасы попались. Сзади этот Прима идет. Йоу, челы. Окей. Эль Примо. Ну ладно, мы их переигрываем немножко. Блин, я хочу этого скелета. Fist of Fury. Куда ты лезешь? Чел. На револьверочах. Куда ты лезешь? Ой, там очень много было дэмэджа. Блин, ультанул зря. Эль Примо. Он чисто забрал. На изи-пизичах. В
принципе, даже если мой персонаж не будет сильно прокачан, но другие будут, да? Подождите, 24, это что такое? А, это ранг персонажа. То есть тут... все, я понял. А это мой ранг, все, я понял. Эль Примо. Так, что-то новенькое. Очки силы в награду. Это типа для кого подтвердить выбор очки силы получить Нита? Выберите, который получит очки силы. Ну, пока играем на нем, так что берем его. Это вот что это. Понял. Окей. Давайте прокачаем его как раз. Окей. Что-то сидеть как-то неудобно. О, с двумя с бычарами. Ну, кстати, опробуйте этих быков. Бычар, тупо. А что у меня с цифрами? Что-то у меня подлагивает, что ли? У меня что-то подлагивает. Да, странно, как-то подлагивать начало. Эль Примо! Я не понимаю, сколько у меня хп. Мерзость. Ну, противно, противно. Мерзко, Церилли мерзко. Не зря ультанул. А может, не зря. Это я, так сказать, на отходе сделал. А то у меня опять этих не хотелось бы умирать. Йоу. Прикольно. Неплохая ульта такая, агрессирующая. Итого. Примо. Буэнос ночис. Все, челебасы, отходите. Не будем подставляться. Изи. Блин, вообще, раз это очки вот эти, надо было их кидать Нити. Она, так сказать, мне кажется, пока будет моим мейн-персонажем. Может, да, может и нет. А может, пошел я. Надо было совет прочитать. Стефан, нет. Стефан, no, Стефан. Стефан, yo. Кек. А они атаковать собираются? Не тудой. Сосать. Сосать плюс лежать. О, изи. Ну, Эль Примо вот чисто подходит под мой уровень, под мою игру в плане такого танка. Плюс хилера немного. Ну, правда, он не хилер, но он. У него вместо хила дэмэдж хороший. И стан есть. Такой танк-инициатор, знаете. Ой-ой-ой, туда. Но он хорошо инициирует. Вон у нас один чел, считай, АФК. Вот этот. Вот что он творит. Вот что он творит. Вот он ничего не делает. О, не-не-не-не. Не тудой.
Немножко не туда ультанул. Так. Главное не умереть. Нет, 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 нет. Фух. Странно, что она меня не убила. Эль Примо. У него эскейп есть тоже хороший. Ну, ульта. Ульта, эскейп, инициация, плюс еще и нюк, и еще и стан. Это же очень сильно. У Ниты хороший урон. Плюс достаточно, ну, хп много. Эль Примо. Вот, то есть за один прокаст, за ульту плюс три удара можно спокойно выносить мягких челиков, да и не очень мягких. А если тебе еще помогают? Добей. Найс, почти. А, не убивай! Скелетон. Кто любил скелетонов в детстве? Обожал их. Эти конфетки на скелетонах. Ой, блин. Тут, 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 тут. Больно вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я хотел, короче, набить и на ульте уйти. Кто там собрал? Она убежала? Нет. У них 5 осталось. Пытаемся затанчить. Так, у меня 8, у него 6. Надо отходить. У него тоже 8. Отходим. Сейчас черт может ультануть. Окей. Нита зарешали. Буэнос ночас. Я не до конца понимаю, где ур. Вот чем больше вот этих коронок, тем типа, ну, выше челики, да? То есть ранг персонажа важен. Не твой уровень, а ранг персонажа, да? Окей, все. Вроде да, вроде нет. Не знаю. Чтобы играть и общаться с друзьями, нужно сначала создать команду. О, тут можно. О! Прикольно. Добавляйтесь, добавляйтесь. Тац, тац, тац. Будем брать топ-1. Радепстикан. Блин, ну... Танчить только я смогу. У нас два чела, которых... Которые только дамажат. Ну, это очень тяжко. Тут предсказывается почему-то луз. Почему-то луз предсказывается. Хотя, может быть, и нет. Может, да, а может и нет. Забирамба. Не было бы у них деда этого. Деда. Дед. О-о-о-о. Ой, достать бы. Так. Ладно, отхожу на перезарядочку. Панчо, панчо. Зря он ульту отдал, кстати. Так, нам нужен еще один гем. Сейчас дадут. Главное не отлететь. Не отлететь бы. Все, отхожу. Отлетаю. Что у меня за фигня рядом с... Почему у меня какой-то пенис рядом с этим, с хп, вы видите? Вон, под джемом. Что это за писюн? А, это типа мой ник? Ты пиписюндер. Лол.
Тру-ту-ту-ту-ту-ту. Батыр. Батыр. Это шампунь Батыр, скажи, перхоти, ахынды, майды, балды. Эль Примо. Че у меня тут нет ничего? Так, скоро бычара появится. Будем проверять, каков он. Про-про. У меня примейт в виде про и про. Доминус. Давим. Примо. Тупо блэкхол дал. Заблэкхолил их. Сейчас он потратит заряд. Ой-ой-ой-ой-ой. Эль Примо. Найс. Не достаю. Эль Примо. Примо. Иди. Я не пойму, как атаки кактуса работают. Просто как у этого, только у меня работают вперед три атаки, а у нее как бы три, но... Как называется? Ну, типа по области. Не знаю, здесь по области не очень сильно работают атаки, мне кажется. Ну, в плане... здесь нужно быстро загасить одного. Как, знаете, как в Старкрафте в каком-нибудь... То есть надо не чтоб каждый с каждым дрался, а типа точечное уничтожение. Да. Чтобы открыть без... Блин. Я советы не успеваю читать. Все читают советы. Эль Примо. Ой, не то взял. Ничего себе, она быстрая. Эль Примо. Уф. Нас Нита вырубает. Я чуть не понял, сколько там у Ниты хп? Это что, как... Какой-то... В принципе, здесь есть одна проблема. Это как раз таки эти... Как их называть? Донатеры, да? То есть, в принципе, задонатить, и ты жесткий чел получаешься сразу. Жесткий чел, который меня даже вырубает. Ну нет, я переиграл ее. Мне просто показалось, вот этот Даниэль на Ните, он какой-то, ну, донатер. Может, он просто слабый чел. Ой, не туда. Магнолия. Сосать. Оп. Отходи, амба. Ищите меня. Ой-ой-ой. Ну, конечно, постоянно, типа, заседать в кустах тоже не очень, ну, правильно, потому что пока ты прячешься, убивают твою команду, и ты остаешься вообще один против троих, и тебя еще быстрее убить. Так что не всегда надо тупо в кусты. О, бычару дали. Забрать боец Бул. Буллинг! Бул! Ружье Була наносит серьезный урон. На небольшой дистанции. Его супер позволяет ему прорываться сквозь препятствия и отбрасывать врагов назад. Новый рубеж. Вот квесты. Кстати, норм тема. Будем их делать. О, давайте посмотрим, что там есть у Була.
так сказать, вставим его в топ. Посмотрим, чё он моёт. Атака как у первой. Так, ульта. Давайте проверим на тех челиках. Вот на этих. Подожди, вот через эту штуку. По 800 дэмэджа наносит, и можно сразу набить себе... Ну, понятно, что это через... Через такое большое количество сразу набивает. В принципе, если через троих... Сколько она набьет с одной... Ну, в общем, надо четверых задеть. И, ну, в общем, троих задеваешь, да, например, в этом, в... Не знаю, как это сделать. Так вот, типа, троих... Ну, вот если двоих забиваешь, то половина набивает. Троих задеваешь, у тебя одна тычка. Да? Ну, не одна, ладно. 5 тычек надо еще сделать. Если двоих задеть. В принципе, ну хз. Не выглядит он сильным. Тычка на 400. Такое себе, такое. Мне не нра. Эльпачо мне больше как-то зашел. Тита-ту-та-ту. Вратарь Никита. Кстати, Никита Тёрзочка. Так, что это за перс у нас тут появился? А, это и есть булл этот. Противно. Окей. Камбэкнули. Неприятный чел. Блин, противный этот вратарь Никита. Йоу. И куда он один лезет? Толпа. А я его ультой добил. Сел на лицо, так сказать. А, она добила. Блин, ну я был близок. Это буллинг, да, вот это? Он просто в скине, да? Норм. Подарок. О, да ладно. Подарок. Новый скин. Король варваров был. Серьезно, подарок. Ну, вы меня не забайтите этим на нем играть. На DDM, кстати, будет следующее. А как на нем скин сменить? Вот, все. Я понял. На этом челике я буду, типа, ну, следующая серия будет на нем, я буду играть. Давайте, что ж, ластовый бой, ластовый боец. Бой. Мой хуй с твоим бой. Bull of Pain. Queen of Pain. Быстро загасили. Панчо-панч. О, next. Сюда. Ну, там сама засолит. Эль Примо. Куэро! Как так-то? Я был уверен, что я попаду ультой. Попаду Эль Примо.
Я хочу вернуть. Ай. Больно бьют что-то. Да! Я не успеваю. Ладно, я ульту не потратил. Но прикольная тема ультовать туда и отскакивать сразу. Давайте докачаю, короче, муранг. И, то есть еще одна будет игра и пойду. Пойду снимать другой видос. Next. Ну пока так, я как бы начинающий, да, Бравл Стартер, поэтому так, хочу просто попробовать всех персонажей, ну вот именно нормально поиграть. То есть в первой серии я так, на каждом по чуть-чуть. Сейчас я так, минут, так, 20 минут на каждого хочу потратить. Зря дал. Сейчас можно было бы нормально задефать. Там, кстати, этот Були. Примо Паунч. Пойти, что ли, добить его? Сюда. Эль Примо. Мне туда, я уже не хочу в соло. Там баба ультанула. Или мне показалось. Так, надо всем просто ее зафигачить. Эль Примо. Что же я могу сказать? Эль Прима неплох. Неплох, неплох. Вроде я только одну игру, да, проиграл. Вы пишите в чате, сколько победил, сколько проиграл. Так сказать, будете моим счетчиком побед и лузов. Ну а эту серию спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Стало холодно, пришлось аж одеться. Все, всем увидимся в следующей серии. Будем тестить... БК, может быть, попробовать затестить? Була. Да, наверное, Була затещу. Все, заинсайдил, какой будет следующий видос. Всем пока.